чего они ждут. Ну, наверное, приехали покушать. Полиция. Чего-то они делают, смотрим, что они дальше тут. Сами не знают, что. А на остановке, как всегда. Все как было, как и есть. Но они что-то делают. Ну, мигают. Дабы боялись. Смотрим, остановка общественного транспорта, автобуса полностью забита машинами. То есть автобусу надо остановиться на проезжей части для того, чтобы выгрузить пассажиров, принять. Полтавские тротуарные новости, Александр Демидович. Скажите, а вот вы здесь остановились, к вам полицейские подходили? Тільки що я знаю. Зараз я одіду, колесо в мене вдарений диск, і в мене спустило колесо. Понятно, спасибо. Полицейский предупреждил вас, да, или штраф? Сказав, що їхати, ласка, щоб. То есть профилактическая работа, я правильно понял? Да, да. Ви остались довольны їх роботою? Звісно, да. Я з ними, в принципі, ніколи не конфліктую, і з ними приємно спілкуватися. Спасибо большое. Добрый день. Полтавские тротуарные новости. Скажите, пожалуйста, а вы в курсе, что здесь остановка автобуса? Я высажу его, я сейчас уезжаю. Уезжаете, да? Спасибо. Спасибо. Добрый день. Тротуарные новости, Александр Демидович. А скажите, пожалуйста, здесь запрещено стоять, я правильно понимаю? И вы сейчас все силы прилагаете, чтобы здесь не было автомобилей, правильно, да? Сейчас вы проводите профилактическую работу. А с водителями какие-то нарушения по документам, им выписывают за постановку. Дякую. Помогаемся разъяснить людям, про дію знаки, отримання права дорожнього. Спасибо вам за вашу работу. Удачи. Дякую.